Значит, об экспериментальном опровержении копенгагенской интерпретации квантовой механики. Значит, что такое копенгагенская интерпретация? Ну, это главная интерпретация. Большинство физиков верят, что именно так дело обстоит, как она нам говорит. Вот, это вероятностная интерпретация. В основании ее положена формула Макса Борна. Это Макса Борна, это не Бор, а другой физик, тоже очень крупный и известный. Вот она вот такая, потому что вот та самая волновая функция, которая здесь фигурирует, это никакая волна пилот, как думал Дебро, и не что-то там другое, что думал Шреддингер, а это плотность вероятности обнаружения функции в таком-то объеме. То есть, если мы, например, захотим вычислить в кубике в каком-то вероятность нахождения частицы, мы берем вот и функцию волновую, значит, интегрируем по этому самому кубику по V0, находим здесь ее вероятность. Поскольку вероятность равна единице, то принято здесь ставить константу, то есть нормировать вот эту всю волновую функцию на единицу. Вот. Значит, звездочка вот здесь означает комплексное сопряжение. Отсюда мы видим одну простую вещь, что вот эта волновая функция не зависит от фазы. Здесь она у нас принимает участие какое-то, вот эта фаза, потому что H у нас может быть изготовлена как угодно. А от фазы вот этой самой она не зависит. То есть, если мы выполняем вот такое фундаментальное преобразование, то оказывается, что система дает те же самые вероятности. То есть мы можем говорить, что преобразование такого вида, где θ это вещественное число или вещественная функция, у нас вероятность не меняет. То есть это преобразование носит не физический характер. Вот. Это означает, что ни в каких физических эффектах, никогда и нигде, эта волновая функция не должна была, эта фаза не должна была принимать участие. Ну, это на самом деле не так, потому что вот у меня здесь рассказано про другой совершенно эффект, что он из себя представляет. Ну, представим себе полупроводник, сделаем из него кольцо. Тогда по этому кольцу, поскольку он полупроводник, будут двигаться носители заряда постоянно, да? Даже с ним будет напряжение. Почему? Потому что он сверхпроводник, значит, куперовские пары, то есть паренные электроны, они могут двигаться совершенно образом, не тормозясь ни в чем. Это их такое свойство. Опять раз, откуда берутся куперовские пары? Вообще говоря, электрон – это фермион. Это означает, что несколько электронов с одним и тем же значением квантового числа не могут находиться в одном и том же состоянии. Это означает, что когда, например, летит какой-то электрон спокойно, он натыкается, значит, на какое-то препятствие, и пойти под ним или сбоку он его не может. Ему надо перейти на более высокий энергетический уровень. Почему? Потому что все остальные нижние уровни заняты другими электронами. Туда он опуститься не может, обойти его не может. Он вынужден проходить над ним, как бы так. И тем самым он должен тратить какую-то энергию на переход в более высокий энергетический уровень. И отсюда возникает вот это наше знаменитое нагревание, которое мы знаем по закону Ома и по любому проводнику, но не сверхпроводнику. Значит, взаимодействие благодаря фанонам, то есть благодаря колебаниям вот этих самых, то есть квантующимся колебаниям кристаллической решетки, оказывается, что два электрона могут между собой спариваться. Значит, они спариваются и преобразуются в бозон, то есть частицу с целым спином. А раз она частица с целым спином, то о них может находиться сколько угодно на одном энергетическом уровне. И теперь он может обойти и это как бы вот это самое препятствие и по тем путям, на которых находятся другие представители славного семейства вот этих куперовских пар. То есть ему не надо переходить на более высокий энергетический уровень. Поэтому, когда у нас есть вот такое сверхпроводящее кольцо, по нему постоянно может идти ток. Мы разогнали вот эти куперовские пары, и куперовские пары, даже в отсутствии напряжения, они путешествуют. Теперь представьте себе, что мы берем это кольцо и делим двумя маленькими перемычками из диэлектрика на две части. Да? Что должно быть? Ну, с точки зрения обычной физики, оказывается, что это как будто резиновые пробки две поставили, никакого тока не будет. Но поскольку они достаточно небольшие, эти диэлектрические промежутки времени, то там будет происходить у нас таким образом, этот ток будет проходить все равно. За счет туннельного эффекта. Но что здесь оказывается фундаментальным? Но представим себе, что в одну половину этого кольца и во вторую половину этого кольца заставим два вот этих базе конденсата, то есть этих куперовских пар. Тогда условия проходимости их через кольцо будут описываться вот таким графиком.
вот таким графиком, вот для этой самой функции θ. То есть оно будет существенным образом зависеть от разности фаз волновой функции, находящейся с двух концов этого самого, этой самой нашей пробки. Это очень, очень так бы интересно. Если у вас система находится, например, где-то здесь, то вообще говоря, она, то есть вот этот базе-конденсат, через эти вот самые две пробки, вот эти две пробки, оно просачиваться не будет. Если она находится где-то вот здесь, вот эта система, то она может просочиться сквозь эти две пробки. Вот такая вот интересная эта вещь. Но почему она как бы интересная? Что здесь как бы у нас оказывается наиболее существенным? Существенно, да, системы такие вот, вот такие разделенные диэлектрическими полосками, это называются сквит-системами, сквит-системы. А весь вот эффект имеет этот эффект Джозефсона. Мы видим здесь странное свойство вот этой самой системы. Оказывается, что вот от этой фазы существенным образом зависит физика явления, что чрезвычайным образом противоречит самой концепции копенгагенской интерпретации. Ведь действительно, казалось бы, физика, то есть вероятности предыдущие, они от этой фазы зависеть никак не могут, а здесь они как бы зависят. Вот такая вот эта странная вещь, которая на самом деле является, на него мало акцентируют внимание, но является большим вызовом для копенгагенской интерпретации. Потому что если это так, то подобного рода преобразование, оно как бы образом невозможно. Хочу заметить, что подобного рода преобразование в современной физике, вообще говоря, играет выдающуюся роль. Но в самом деле, напишем уравнение... Ой, там 0 надо написать. Там здесь было... Ой, вот так надо было написать, здесь 0 было написать. Уравнение Дирака, которое описывает релятивистский электрон. Ну, вот здесь его гамма, это его там матрицы 4 на 4 специальные. Вот, здесь вот такая волновая функция, и это корень из минус единицы, как обычно. И мы видим на самом деле, что это преобразование, оно оказывается, вот это уравнение, оно не инвариантно относительно вот подобного рода преобразования, когда θ является функцией от x, что не должно быть. Но мы-то хотим это сделать, чтобы оно было инвариантно. Такие физики выходят из этого положения следующим образом. Они заменяют вот эту производную, вот на ковариантную производную, пишут такой функции. Не только вот производная по координатам, вот здесь, dkx, но еще умножают и e, это заряд электрона, умноженный на некоторое другое поле. Но это электрическое поле, когда они подставляют в это уравнение, оказывается, что для этого электрического поля выполняется точность уравнения Максвелла. Таким образом, требования, как они говорят, корреливочной инвариантности, волновой функции относительно подобного рода преобразования, приводит к тому, что у нас автоматически появляется взаимодействие с каким-то новым полем, и это автоматическое взаимодействие с каким-то новым полем приводит к так называемому к уравнению Максвелла. Это громадный триумф. Это построение настолько красиво, настолько существенным, что оказывается на самом деле, что является, вообще говоря, краеугольным камнем, главным механизмом всей современной физики. Они действительно берут некоторую вот волновую функцию, некоторое поле, и требуют, чтобы оно было это инвариантно относительно какого-то рода преобразований. Ну, какого-то. Преобразование, это же вращение. Ну, здесь да, да. Поэтому это, как бы это же логично. SO1, так называемый, SO1. Это же логично, что, что при вращении физика не должна меняться. Ну, да. Так и все вот... Это идеология ровно нет, такая... Это, в данном случае, это как бы не вращение, в буквальном смысле, это просто... Да, но в таком специальном пространстве дополнительном, невидимом. В невидимом пространстве, понятно, виртуальном, да. А, специальное пространство? Да. Нет, просто я имею в виду, что это не просто так, вот балды придумали, это логично, как бы с какой-то позиции. Да. И нет, это вся физика вот современная, она вот на этом калибровочном преобразовании стоит. То есть у тебя есть некоторая величина, то есть некоторое поле. Оказывается, на самом деле, что оно не инвариант относительно преобразования. С одной. Но ты требуешь ручками, вводишь какую-то величину взаимодействия с каким-то полем. И говоришь, а теперь оно будет с ним, теперь оно становится инвариантным. И для вот этой самой А ты получаешь некие дополнительные уравнения, которые на самом деле у тебя описывают некоторое взаимодействие. В этом простейшем случае у нас электрон летал. Но когда ты это дело связал между собой, оказалось, что у тебя электроны и позитроны, соответственно, они взаимодействуют с неким электромагнитным полем, то есть полем, квантом которого является фотон. А для вот этого самого мы получаем уравнение Максвелла, что это именно поле. И возникает взаимодействие электронов и позитронов с некоторым фотонным полем. Вот такой механизм очень, очень важный.
Поэтому я за это самый сквидо эффект и эффект Джозефсона. Я за него, и как бы таким образом и схватился. Почему за него схватился? Потому что существенным образом он вот эту калибровочную инвариантность он как бы нарушает. Это означает еще для нас следующее, что неплохо бы в этой системе, а вообще говоря, вот подобного рода преобразования, когда x нету, да, это считает, что отсюда происходит закон сохранения заряда. Вот именно вот отсюда. Ну вот, очень, очень бы хотелось вот эту самую систему, значит, у нас посмотреть, что у нас здесь происходит с зарядом в таким месте. Выполняется ли здесь закон сохранения заряда? Нужно не так быстро, во-первых. Ну. Сейчас, подожди, там ты говоришь разность фаз. Разность фаз, это вот здесь, да. В данном случае... Базе конденсата, две части, у тебя между ними есть разность фаз. От этого зависит у тебя как бы энергия потенциального барьера, который тебе надо перейти. Вот. Есть еще один очень интересный эффект, о котором я хотел сказать только чуть попозже. Он состоит, что даже когда система находится здесь, то она все равно может туда туннелировать, но с некоторой небольшой вероятностью. То есть она целиком может перепрыгнуть. В чем здесь парадокс? Потому что это пример туннельного эффекта для макроскопической системы. Потому что здесь, вот, например, базе конденсата порядка 10-7, 10-9 куперских пар. А почему, кстати, а почему волновые функции по разные стороны вот этих барьеров будут связаны именно таким преобразованием? Каким преобразованием? Ну, вот, умножением на некую экспоненту с фазой. Нет, а у них сами по себе функции вот эти, они будут отличаться фазой между собой. Почему? То есть ты берешь вот эту самую функцию, начинаешь решать вот это самое уравнение. У тебя оказывается, что, она, что волновая функция у тебя везде состоит. Некоторый комплексный множитель какой-то А на вещественный множитель Б. Вот этот множитель А, ты, вот, ты его мнимый. Ты можешь представить его вот в такой форме, правильно? Mm. Таким образом, у тебя здесь получается фаза некоторая. И у тебя поведение системы начинает зависеть от того, от какая у тебя вот эта самая разность фаз между двумя этими волновыми функциями. Mm. Понимаешь? Так, а что, вещественная часть у них одинаковая? Нет, вещественная часть у тебя на поведение системы не влияет. У тебя вот этот потенциал, барьер, который не надо преодолеть, зависит только от мнимой части. Почему? Ну вот так. Так. Так получается. В этом суть эффекта. В этом суть эффекта. Что у них вот задачка она решается таким образом, что только вот эта комплексная часть определяет у тебя величину барьера, через которую надо пройти. Это как-то обосновать надо. Это экспериментальный факт. Он впервые был он вычислен. Но здесь есть еще другое положение. Мне кажется, что и калибровочные преобразования тоже искусственные из-за этого. Я хочу сказать, что... Не соблюдается где-то. Да. Я хочу сказать, что магистральный путь развития современной теоретической физики, он неожиданно в данной точке времени оказывается каким-то образом дефектен. То есть есть у тебя некоторый эффект, который калибровочным вот этим возможности вот подобного рода преобразования противоречит прямым образом. Ну, в самом деле, да? Ты же говорил. Хоп, делаем такое преобразование, говорят физики. Подставим его в уравнение Дирака. Подставляем. Видим, что уравнение Дирака не выполняется. Но так, говорит, быть не должно ввиду вот подобного рода соотношения. Оно не должно от этой фазы никаким образом не зависеть. Да, говорят они, но оно выполняться будет тогда, когда мы вот эту производную заменим вот на такой оператор. Производная плюс взаимодействие с каким-то полем. Вот так говорят физики. Точно так же. Физики всегда поступают здесь вот одним и тем же способом. Да, говорят. Вот есть у нас некоторая функция, но она не должна зависеть от какой-то группы преобразований. Тогда выполним вот операцию ровно такую же. Если мы от этого получим некое новое поле, это может быть поле сильного взаимодействия, или поле какого-то слабого взаимодействия, или другого поля, но оно всегда возникает здесь. А вот именно от фазы, то есть почему? Потому что красота первого вот этого самого построения, оно как бы является модельным для всего развития как бы физики. То, что вот здесь впервые на калибровочном преобразовании, ну вот ощутите красоту вот этой самой ситуации. Есть электроны, чистое электронное поле. Но мы хотим, чтобы... Мы видим, что у него вот это самое от фазы, то есть от физически ненаблюдаемой величины, существенным образом зависит. То есть поменяли на фазу, у тебя уравнение перестало выполняться. А так быть не должно. Мы требуем того, чтобы оно выполнялось от этого самого, значит, от этой ситуации.
Тогда мы делаем подобного рода преобразование. И чудо, получаем автоматически систему уравнений Максвелла. То есть систему... Ну это, наверное, не случайно получили, наверное, специально сделали так, чтобы получилось. Ну вот так получилось, по крайней мере. Нет, они-то, конечно, когда поставили, они это дело увидели и восхитились. Ну, это магистральный путь развития физики. Любая вот стандартная теория, любая... Нет, теперь получается, что если принять, что от фазы зависит, значит... Да, что где-то вот зависит от фазы. Остальное построение уже некорректно. Да, то есть становится, как бы ставится под это... Ну самое главное... Вся физика получается. Ну, как бы, не знаю. Ну, на основании вот экспериментов со сквидом, я не знаю, можно все проверить, всю современную физику или нельзя. Ну, наверное, нельзя все-таки. Тут надо разбираться, что здесь не так. Но важно, что она ставит под сомнение копенгагенскую интерпретацию квантовой механики. Я хочу сказать, что вот эта формула Борна про плотность вероятности, она как бы квантовой механике сбоку представлена, понимаете? То есть есть вся квантовая механика, а сбоку вот такая формула еще, отдельно. Ну как же, дело в том, что в огромном количестве задач мы используем тот факт, что вероятность есть, так сказать... Ну во многих количествах задач мы не используем. Ну, например, я уже, мой любимый случай, мы рассчитываем уровни оптические переходы в атоме водорода. Значит, существенны для нас вот здесь волновые функции? Нет. Для существенным что является? Существенно только энергия перехода. Добавляем момент ядра, у нас еще расщепление возникает. Потом взаимодействие, типа, считается, что с вакуумом возникает лэмбовский сдвиг и так далее, и так далее, и так далее. Большое количество вещей. Но мы должны видеть, что эта формула квантовой механики представлена действительно сбоку. Любая задача рассеяния опять-таки использует этот факт. А вот та формула, где заменили бы производную на другую, разве не сбоку представлена? Сам говоришь, что... Решили для того, чтобы была калибровочная вероятность. И все подставили. Да, подставили, и да. Тоже сбоку. Ну, она как бы все-таки... Вот, ну, такой способ магистрального развития. Я хочу сказать, что к структуре квантовой механики... Ну, вот, например, у тебя вот уравнение Шрёдингера наверху, оно будет у тебя совершенно выполняться без этой формулы. С такой интерпретацией. Будет выполняться. Да. Все задачи рассеяния, не только рассеяния, так сказать, используют эту формулу. Используют, конечно. Очень многие эту формулу как бы используют. Для расчета. Да, для расчета. Это правильно, да. Она тоже чрезвычайно странная, она необычайная. Почему? Потому что из этой формулы, например, следует то так называемый этот, коллапс волновой функции. Вот она же из нее тоже следует. То есть квантово-механически. Но все вычисления, все расчеты могут обойтись без этой формулы. То есть ты все вовкруг. Вычисляешь волновые функции, вычисляешь энергии, ты обходишься без нее. И только тогда, когда ты переходишь уже к интерпретации, то есть к вот этим, то тогда она у тебя здесь и появляется, только тогда. Ну, когда ты в интерпретации вычисляешь, допустим, сечение рассеяния, ну, даже через вероятность все делается. Ну, делается через вероятность, но вот есть и другие способы это понять. Не только не только это дело вероятности. Но, как я говорил, например, в интерпретации Борна, Дэвида Бома. Не практическим языком. То есть математическим. Ну а зачем она? Ну вот это у тебя оптические переходы. Вот в чем успешна квантовая механика? В объяснении атома. Не ядра, а именно атома. И вот когда ты вычисляешь всевозможные рода штуки, то ты там можешь обойтись практически без этой формулы. Другое дело, что ты можешь ей принять какое-то другое значение. Может быть, без нее действительно обойтись нельзя. Тогда ты должен придать какое-то значение. Потому что она говорит жестко, что у тебя все вот эти свои преобразования не зависят от фазы. Не зависят они от фазы. Ничего, потому что звездочка, то есть это комплексно сопряженная, эту фазу как бы убивает. Значит, это похоже на амплитуду. Продолжаем настаивать, что есть целый класс задач, для которых, так сказать, принципиально важно, что это именно вероятность, и которые эту форму используют. Ну, может быть. Но вот есть, вот я тоже говорю, что есть класс задач, которые говорят, не класс, а одна, по крайней мере, задача, которая говорит нам о той простой вещи, что физика существенным образом зависит от фазы. Я забыл сказать, есть еще такой здесь эффект один, то есть я начал говорить, не остановился. Бывает, что вот этот базе-конденсат вот через этот бугор может перепрыгнуть с небольшой вероятностью. Это туннелирование тоже такое.
Но когда мы знали всегда туннелирование через любой барьер, всегда у нас одна частица проходила. Здесь парадокс состоит, что громадный базе-конденсат одним куском берет и припрыгивает. Сидели-сидели, у тебя в яме сидел базе-конденсат, и потом он убежал. Это примерно то же самое, что если бы чувак сидел бы в тюрьме в какой-нибудь там, в зиндане, в яме, а потом хоп, через туннельный барьер и перевалил, исчез куда-то. Исчез. И не один, целая шайка. Да, еще целая шайка убежала. Мы тут начинаем думать, что кто... Он один перепрыгнул, а оказалось, что вместе с шайкой. Да, да. Не, да. А он оказался, что ладно, он со стрелковой дивизии перепрыгнул целиком. Сидел он один, а перепрыгнул всей этой толпой. Это тоже вот такой, возможно, что это единственный макроскопический эффект. Такой вопрос. Вот эта комплексная часть волновой функции, она же включает не только, собственно, экспоненту, да, но и модуль какой-то, который может тоже зависеть от координаты. Ну, я его написал, да, конечно. Ну, вот, так, вот в этом и смысл, что вот это t делаешь зависящее от координаты, t от x, и вот тогда она перестает выполняться дьяковской уровнем. Нет, модуль. Сама, не экспонента, не фаза, а модуль. Ну, может быть. Она правильно. И она зависит вот здесь тоже. Вот, да. Модуль. Просто она же, если модули разные по разные стороны, так сказать, этих барьеров, это же значит, что тут разница не только в фазе. Нет, подожди, у тебя, когда ты это делаешь, она у тебя по модулю равно единице, вот эта штука всегда. Вот это самое А у тебя всегда по модулю равна единице. Равно единице по модулю. Модуль же может загнать в вещественную часть. Да. Она всегда у тебя равна по модулю единице. Но фаза здесь есть. Если бы у тебя физика от этого образа не зависела, то она бы у тебя, вот эта фаза, здесь сократилась, потому что e минус x там умножить на e, x будет равно единице. Но все-таки очень странно, что зависит только от мнимой части, зависит энергия перехода. Да, это очень странно, но это так. Вот сквит эффекты вот эти, на сверхпроводящие, разделенные электрическими перегородками, они вот таким образом устроены, что у тебя вот этот барьер, который здесь образуется, он у тебя зависит только от разности фаз вот этих самых этих вещей. И еще очень, очень удивительно, показалось, что там 10-7 или 10-9 сидят вот этих базе-конденсатов, ну перепрыгивайте по одному туда, бац, 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 10-9. Фиг да перепрыгнешь. Они всем куском берут и перепрыгивают всем куском. Сидели. Называется бегство базе конденсата и заточения. Сидит в зиндане, потом взяли всем куском, все стрелковые дивизии и перепрыгнули. Ни один сбежал, а все. Это вот, кстати, интересный вопрос, потому что есть некоторые фантасты, которые думают, что вот этой самой вероятностью можно управлять. Что есть технологии такие. Да, и что у тебя действительно из Зинданда может убежать стрелковая дивизия. Но вот я в это как бы так не верю. Вот я об этом только хотел сказать, что вот есть такой странный эксперимент, и смысл которого как бы ярким образом противостоит формуле Борна для плотности вероятности системы, плотности вероятности. И он чрезвычайно важен по той простой причине, что именно здесь, в этот момент, и появляется магистральный путь всей современной физики, связанный с калибровочным преобразованием. Вот только люди только дело и делают. У вас так называемое поле Хиггса, оно тоже отсюда возникает, потому что берут чего-то, весь кусок, и он, грубо говоря, там он становится некрасивым, везде лишние системы держат. Они добавляют некое вот такое скалярное поле, даже еще более простое, чем это векторное. Добавляю. У тебя все члены сокращаются. И все становится просто красиво и идеально. И на этом основании у тебя возникает вот это пятое фундаментальное взаимодействие, именно как бы хиггсовское поле Хиггса, которое приводит к существованию хиггсовского бозона, который то ли нашли, то ли не нашли. То есть обоснование в виде красоты, что ли? Ну, конечно. В виде вот этого магистрального пути калибровочного, да, конечно. Чтобы у тебя вот так все было красиво, вот так было красиво, что все вот так просто. Хоп, раз. То, конечно, у них поле здесь SU1, так называемый, это простейший как бы случай. А у них там вот эти группы симметрии, относительно которых преобразований у тебя результат не должен меняться. Будет SU2, SU3, то есть более сложные. Ну, в смысле, там в модели Вайнберга-Салам там У1 крест SU2, по-моему. Да. SU3 квантовая хромодинамика. Да, SU3 квантовая хромодинамика, да.
Это вот такие вот эти. Отсюда, как бы, откуда методы теории групп физики так популярны в последнее время? А вот именно отсюда, с этой самой точки. Вот эта самая точка, которая группа SO1, вот это преобразование. Ну, просто, грубо говоря, что такое? Нет, в классической физике тоже есть такие преобразования, там, Галилея. Да. Нет, ну она, что такое? Это у тебя как бы некоторая симметрия, это в комплексном поле у тебя окружность единичного радиуса. Нет, понятно, но это в классической физике тоже есть такие преобразования. И должны они, это тоже точно так же, как бы, все физические законы не должны от них зависеть, а есть как-то. Да, но только они явные в форме. Они явные в форме здесь. Да, то есть у тебя пространство... А это явное, и пространство... Но это же развитие этой идеи же. Да, конечно. Но оно вот возникает... Естественное развитие. Да, но оно возникает вот здесь, вот из этой формулы. Поэтому вот эти сквит-эксперименты, то есть эффект Джозефсона, он выглядит чрезвычайно любопытен, потому что... Вот этот как бы философский смысл подкопа под копенгагенскую интерпретацию народ по большому счету упускает из внимания. И то, что здесь есть, безусловно, образом подкоп не только под квантовую, не только под копенгагенскую интерпретацию квантовой механики, но и под весь калибровочный метод, как таковой, на мой взгляд. Вот так. Все?